На Цветном бульваре открыли главную елку областной столицы и Ледовый городок. Помимо традиционных хороводов для тюменцев развернули интерактивные площадки. Большая часть была стилизована под казачьи подворья, а также на площади работали торговые точки, где можно было приобрести сувениры, горячий чай, безалкогольный глитвейн и шашлык. Закончилась программа выступлением творческих коллективов города и праздничным салютом. Настроение очень праздничное, все очень красивое и цветное такое. Настроение просто неимоверное. Абсолютно все. Все, кругом весело, хорошо, мне очень нравится. Я еще приеду, я не здесь. В Германии. Тюменцы, всех вас с Новым годом, всего хорошего, счастья, улыбок, всего-всего.